Всем привет! С вами Леонардо Ди. American boy. American boy. И Илюша Харифан. Что пришло время? Лео сегодня стукнуло сколько годиков? 4. 5 это будет потом. А сейчас тебе 4. Покажи на пальчиках 4. Правильно. Итак, мы внушили Лео мечту. Ну, он сам, наверное, не смог ее... Не, смог бы догадаться, но мы ему помогли. Мы сказали: Лео, когда тебе будет 4 годика, и ты насобираешь много денег, мы тебе купим вместе машинку. Итак, пришло время 4 годам. На протяжении последних, наверное, 2 лет, когда Лео осознал, что такое денежки, копейки и доллары, Лео начал бросать все денежки сюда. Подержи, да, тяжелое? Тяжеленькое? Heavy, скажи heavy. Тут очень много, ну не очень много денег, но есть. Итак, Лео. Большая копейка. Да, большая настоящая копейка. Но там не едет. А вот сейчас, как взрослый мужчина, ты осознанно, вот это все твои денежки, ты отдаешь папе их, и папа на них покупает тебе машину. Хорошо? Символически отдаем все денежки. Все, теперь денежки уйдут в магазин, и мы на них что-то купим. Хорошо? Все, денежки, твоих уже денежек. Твоя? Ну, выбирай, денежка или машинка? И копейки. Копейки или машинка? Это моя копейки, а моя копейки. Да, это твои были, но если ты хочешь, чтобы машинку мы тебе подарили, купили, ты должен отдать все денежки. Выбирай, что ты хочешь. Все, мы забираем все деньги. У тебя больше не будет копеек. Мы их забираем. А тебе покупаем на них машину. Окей? Нема копеек. Все. Готов? Скажи бай-бай, денежки. Бай-бай. Будем собирать новые. А теперь покупаем машинку. Готов? Считай. Раз, два, три. Вот подарок! Подвигай! Happy birthday to you! Happy birthday! Машинка падает! Вот такую машинку Леонардо купили, только настоящую. Как все начиналось? Примерно 2, почти 3 года назад у нас появилась небольшая мечта с Анечкой моей. Давай купим хаммер желтый. Для нас это было нереалистично, потому что малоимущая семья, все такое. И потом начали заниматься собой, начали dream big, мечтать побольше. И первый этап был на Рождество 2014 года. Анечка, Лео, Лео, смотри, смотри, открываются двери. Я подарил Ане хаммер. Я сказал: Аня, я тебе подарю хаммер. Настоящий мы не могли позволить себе, поэтому купили такую иллюстрацию, модель. И она у нас мозолила на полке, мозолила глаза все время. Кроме этого, я писал в своем ежедневнике, что моя цель — купить Hummer. Мы до того фанатели, что даже духи купили. Правда, они пахнут как духи для мужика 50 лет и плюс, ну зато Hummer. Лео, игрушек куча всяких. И в итоге, вот хаммер есть. Папка. Вот он и есть. Ну что, открываем? Нет, шутка. Наверное, уже 2 года. Вон наш желток и стоит. Привет, Саша. Как дела? Хорошо. Ты снимаешь с утра блок? С утра, да, распаковываем Леон подарочек. Итак, пришел Лео исполнить свое взрослое дело. Он на свои деньги купил настоящий детский хаммер.
Так, это перепарковываем. Что я хочу этим сказать? Вот этим. Сбываются мечты, если вы их визуализируете, если вы о них думаете, если вы мыслите, если вы к этому поставили цель и направляетесь. Итак, открываем подарочек! Конечно, мы все, и большой, и маленький, все открываем. Для этого нам надо поставить камеру, чтобы она нам не мешала. Где-то так. Поехали! Happy birthday! Открываем! Вот так. Вытаскиваем. А ну становись здесь, Опа! А можно аккуратно? Открываем ключик. Вот он наш хаммер еще с завода. Пропалось колесо? Да. Надо быстрее исправлять. Лео, исправляй колесо. Папа, катюсь. О, давай, молодец. Да, не так, давай. Колесо вот оно. А колесо не может там быть. Так, давай сначала будем ремонтировать. Давай. Поднимаем. Вот так все. Теперь нам нужны колеса. А капот? А колеса не знаю, как теперь. А может быть вот так? Может быть вот так? Анечка, ножницы, пожалуйста, принеси. Маечка. Попроси мамочку, принеси ножнички. Маечка. Так, Лев, с чего начинаем? А вот это пошивочка. Ножницы. Садись сюда. Да. А это не может кольцо спалать. Может. А вот это. Ой. Это руль. Вау. Ой. Руль нашел. Руль по-английски будет steering wheel. Это колесо. Колесо. А смотри, что я нашел. Сколько дисков. Крутые хаммерские диски. Они четыре колеса. А тут сколько наклеек и фар. Так, а где четвертое колесо, Лео? А вот оно. Неси четвертое колесо. Вот еще. Все, поздравляю, все колеса на месте. Приступаем. Четыре колеса. Смотри, у тебя даже ключики есть, Лео. Ключики от машины. Как все по-взрослому. Открываем. Колеса мужчина. Четыре колеса. Пошли купаться в море. Я полет учусь. А вот они. А как ему педальки? Есть педальки? Педальки есть? Если он все. Так. А что это? Туба? Да? Можно играть чуть-чуть? Так это, давай, постой здесь. Я хочу сделать такую классную фото. Стой дальше. Так, а дальше? А вам диск.
Лев, нужен молоточек. Есть? Спустя много часов, много мук, нам удалось построить хаммер. Осталось, что нам осталось сделать, Лео? Повесить диски, вытаскивать диск. И также обклеить его наклеечками. Приступаем. Как вешаем диск? Диск мы вешаем вот таким образом. Вот диск. Неси свой диск сюда. Берем сюда. А ты тот вставляй. Оп, не получается. Вот так. Вот так. Круто. Клацнул. Теперь вот твой диск. Пока машина заряжается там. Электрическая наша. Все. Готово. Теперь остается следующий этап. Какой? Наклеить все наклеечки. Мы готовы. Лео, ты готов наклеить все наклеечки? Или какие-то пропустим? Давай все наклеим. Да. Так, машину не вози, потому что она заряжается. Берем все наклеечки. Пап, вот они. Где у нас будет лобовое стекло? В самом впереди. Снимаем лобовое стекло и вешаем его вот сюда. Оп, какой липкий клей. Да, так же мы как раз и делаем. Мэн, тяжело. Мишечка, да, от камеры отодвинься. А вот сюда. Туда фары. Плачет так красиво. Не-не-не, Лео, нет. Надо же посмотри на картинку, как на... Вот так, вот сейчас похоже стало на хаммер, да? А вторая? Вот она. Вторая. Спасибо. Уже похоже на хаммер. Мама, папа. Лео, кто звонит? Итак, готовый продукт стоит перед нами. Hammer H2. Со всеми наклеечками, со всеми. Итак, Лео, тебе понравилось этот процесс? Did you like it? Да. Через 2 часа начинается твое день рождения. Ты готов? Мы на новой машине поедем на свое день рождения. Все, первая серия закончена. Thank you very much. Подписывайтесь на канал и... Ставьте лайк. Bye-bye. И не забывайте, детки, что вещи стоят денег. Если вы хотите что-то купить, начинайте копить свои денежки сейчас. Да? Да. Ты все свои денежки отдал, чтобы купить эту машину, да? Да.
это на самом деле это подарок был. Ну, чтобы Лео типа думал, что это под... Что типа это он купил. Бай-бай. Сильнее руль, ко мне. Не работает? Еще. Еще. Давай. Покрепи. По коврику легче ехать. А лучше ехать по траве. Все.